А правда ли, что ткань останется невидимой для тех, кто... Да, 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 для тех, кто глуп. Да. И также для тех, кто... непригоден для своей должности. Смотрите, смотрите, какие чудесные краски. Видите, а как вам нравится узор? О, боже мой, я не вижу никакой ткани. Я глуп или... никто не должен это узнать, иначе меня снимут с должности. Это чудесная ткань. У меня нет слов, просто нет слов. Правда, великолепно. Это истинное чудо. Еще бы, виданное ли дело, по бархату чистого золота, гирляндой цветов, да. Жемчуга, а? Я сейчас же доложу его величеству. Ослепительно, замечательная ткань, жемчуга. Ваше величество, ткань готова. Смотрите, как она роскошна. И что за изысканные цвета? Цветы? Как сказать, само совершенство. Она бесподобна. А что скажет первый министр? Я не вижу... Я не вижу более достойной материи для платья к вашему воскресному торжеству. Да. Она изящна и торжественна. Умолю она прелестна, просто прелестна. Я жалую вам звание придворных ткачей. Рады стараться, ваше величество. Немедленно принимайтесь за работу. Новое платье Его Величества! Какой ужас! Не вижу! Я никуда не годный король! Но нельзя в этом признаться. Может случиться государственный переворот. А что скажет наш первый министр? О, наконец я вижу платье, достойное моего короля. Смотрите, они идут! Какой длинный шлейф! Прям глаз не оторвешь! Да здравствует король! Ах, боже, какое красивое платье! Позвольте, пропустите! Сказал голый. А я тебе что говорил? Да я и сам вижу. Бесстыдник! Что это все означает? Лишь то, что народ наш темен и глуп, ваше величество. Ха-ха-ха!